Работа на любой вкус. В Ивановском доме национальностей состоялся межрегиональный день трудоустройства «Цель, диалог, успех». Сотрудники службы занятости помогали соискателям правильно составить резюме, консультировали по юридическим вопросам, проводили тестирование на выявление профессионально важных качеств. На этот раз на ярмарку вакансий пригласили работодателей не только из Ивановской, но и соседних областей – Владимирской, Московской, Костромской. Конечно, работодателям сейчас требуются в основном рабочие профессии, но, безусловно, большим спросом пользуются и профессии, которые требуют высокой квалификации. Как правило, именно на эти профессии бывает очень высокий спрос. Как правило, наибольшие сложности с трудоустройством испытывают граждане с инвалидностью, молодые специалисты и люди предпенсионного возраста. Сергей Бличенков на собственном опыте убедился, что чем больше возраст, тем меньше вариантов для трудоустройства. Компания в сфере строительства была не настолько спросливо, поэтому были вынуждены прерваться в строительстве. И с октября месяца вот я состою в службе занятости. Специалисты, которые работают в службе занятости, делали всевозможные предложения, но большинство предложений не удовлетворяло с точки зрения заработной платы. Несколько государственных служб ссылались на достаточно большой возраст, которым я обладаю. Хотя, казалось бы, люди старшего возраста имеют большой опыт работы, более дисциплинированы и трудолюбивы. Но найти подходящую вакансию на рынке труда им непросто. Тем, кто, конечно, отработал 25-30 лет на одном предприятии, им очень сложно, безусловно, перестроиться на какую-то новую профессию. Особенно, если приходят люди, которые работали по очень редким специальностям. Безусловно, они испытывают трудности в поиске работы. Со стороны службы занятости у нас для таких людей существуют программы временной занятости. Мы готовы их переобучить. Но вся ситуация в том, что нужно еще желание людей, чтобы они были готовы к этому. В ближайшее время в центре занятости не предвидит волну обращения от людей старшего возраста. Хотя в связи с пенсионной реформой наверняка появятся безработные, которые не смогут самостоятельно найти свое место на рынке труда. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.